Центр раннего вмешательства «Комкорлык» открылся на базе областного перинатального центра в Петропавловске. Ежегодно здесь смогут принимать около 400 особенных детей в возрасте до 3 лет. Открыли его при поддержке фондов «Самрук Казына» и «Казахстан Халкына». Это 16-й центр раннего вмешательства, существующий в Казахстане. Помимо этого центра раннего вмешательства планируем вместе с нашими партнерами также реализовать современные реабилитационные центры на базе многопрофильной детской областной больницы и на базе Чкаловской амбулатории. То есть мы тоже, как акимат, сделаем ремонт, а оснащение мебелью и оборудованием сделают наши партнеры. По данным областного управления здравоохранения, сегодня в регионе проживает более 2300 детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет. В новом центре с ребятами будет работать команда неврологов, реабилитологов, инструкторов ЛФК, психологов, логопедов и эрготерапевтов. Проводим здесь занятия с мамами и с малышами. С мамами это если детки еще маленькие, новорожденные. Обучаем их даже менять, как правильно памперс, как правильно укладывать ребенка. Если ребенок постарше, обучаем их развитию мелкой моторики, развитию движения, чтобы ребенок мог раздеться, одеться, зубки почистить, умыться. Центр оснащен современным медицинским и диагностическим оборудованием высокого уровня США, Германии, Великобритании, России и Казахстана. На сегодня трудятся в нем 7 специалистов. Штат будет расширяться. Индивидуальный будет план для каждого малыша. В зависимости от его диагноза, от его состояния, от состояния нервной системы, опорно-двигательного аппарата, мышечной системы, речевого его развития. Это лечение рассчитано будет где-то на 14 дней. При необходимости лечения можно будет пройти повторно. Дарья Башмынцева, Шерния Сыманов, МТРК.